Меланома – смертельно опасная форма рака кожи. Она быстро развивается и дает метастазы в другие органы. При подозрении на меланому важно как можно раньше поставить диагноз. В нашей стране за 20 лет число пациентов с меланомой увеличилось в 2,5 раза. Еще несколько десятилетий назад это заболевание выявляли в основном у людей солидного возраста. Сегодня страшный диагноз все чаще слышат пациенты до 40 лет. По статистике вообще занимает 3-4 место сейчас и у мужчин, и у женщин. С чем это связано? В первую очередь, это экология. Очень много у нас наркомании развивается, алкоголизма, поэтому будущее поколение вот у этих людей, конечно, рождается уже с проблемой иммунитета. А проблема иммунитета приводит к тому, что возникают различные хронические заболевания, в том числе онкология кожи. Профилактический осмотр кожных образований необходимо проходить раз в год. Врачи говорят, что 50% заболевших меланомой не удается спасти из-за позднего обращения. При ранней диагностике болезнь излечима в 90% случаев. Пройдет или это не страшно, это можно только на словах сказать. А что именно это такое, это только может узкий специалист, доктор, посмотреть и сказать, что да, нормально, не трогайте, будем наблюдать. Не надо бояться этого. Почему? Потому что первые стадии даже злокачественных образований можно иссекать, различным методом вылечить. Также показаться врачу следует через 3 месяца после возвращения из жарких стран. Если родинка асимметричная, с неровными краями, кровоточит, меняет цвет и размер, с визитом к специалисту лучше не тянуть. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.